Всем привет, друзья! Вот он с вами стартовал второй турнир Большого Шлема в этом году, Ролан Гаррос. Уже в первом раунде у нас с вами случилось немало сенсаций, главное, пожалуй, из которых это поражение Он Жабер и Анет Контавейт. Но я думаю, впереди еще немало интересных и неожиданных сюрпризов нас с вами ждет. Ну а пока давайте поговорим о матче второго круга между Александрой Соснович и Эммой Радукану. Безусловно, если бы Эмма играла на том же уровне, что ей выступала на US Open в прошлом году, то коэффициенты были бы совсем другие на этот матч. Ну и понятное дело, почему. Тогда, конечно, Эмма была просто в огне, она шикарно чувствовала игру, чувствовала мяч, у нее все летело, все попадало, просто, как говорится, не было шансов у ее соперниц, и она это доказала вплоть до финала. Поэтому, конечно, там Эмма была, ну, совсем в другой форме, совсем в другом статусе. Сейчас, конечно, уже с опаской дают фавориткой эту теннисистку, и это дело, что все ждут, что она вновь вернется на тот же уровень, и видно, что она старается, видно, что она прикладывает много усилий для этого, пытается прибиться к этому, наверное, не самому удобному для нее покрытию, но тяжковато все идет, конечно, у Радукану. Самое главное, что не видно, чтобы она вот хорошо чувствовала мяч. Очень много ошибок задней линии. Порой она не чувствует скорость мяча, потому что порой кажется, что там вот пробивает, а мяч еле долетает до сетки. И матч на скобе получился крайне тяжелый в эмоциональном плане, и в техническом плане. Что же касается Александры Сосновой, то там совсем другая была картина. И в первом круге в целом по этому сезону видно, что прибавила белорусская теннисистка. Она стала играть более агрессивно, она прибавила стабильности, она улучшила подачу, она хорошо чувствует грунт. Это мы заметили не только на этом турнире, но еще и перед этим ее выступления тоже были весьма неплохие. Но вы даже просто статистику сравните. Если в матче у Сосновой с Ван Сиу было всего-навсего 17 невынужденных и 25 виннеров, то у Радукану с Носковой было 24 виннера и 25 невынужденных. То есть, ну, тут, по-моему, очевидна картина в стабильности и в активной игре. Это при том, что играла Саша в 2 сета, а Радукану 3 сета. Мне кажется, что тут, правда, немножечко недооценивает белорусскую теннисистку. К тому же она уже обыгрывала Эмму, делала это на харде в прошлом году на турнире в Indian Wells. То есть, казалось бы, там больше шансов было у Эммы, но нет. Саша смогла там победить. Поэтому я считаю, что на грунте, где чаша весов еще больше должна склоняться по игре, по чувству мяча, чувству корта в пользу белорусской теннисистки, я считаю, что именно Александра Соснович должна тут победить. Ну а что вы, друзья, думаете по поводу данного противостояния? Напишите об этом в комментариях, также напишите о том, какие вас матчи больше всего впечатлили в первом раунде, чего вы ждете в дальнейшем. Ну, а мы с вами уже увидимся в следующем выпуске. И также не забывайте о том, что у меня сейчас проходят стримы, на которые я также буду вас рад всех приглашать и с вами беседовать и комментировать матчи в прямом эфире. Ну, а пока всем желаю удачи, здоровья, хорошего настроения и до скорой встречи. Пока-пока!